Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Давайте поиграем немножечко в Clash Royale. Ну что ж, поехали. Так, отлично. Суперцел против нас. И потихоньку будем начинать. Так, он тихорится. Хорошо, давайте сюда тогда орду миньонов. Воу-воу-воу-воу. Хорош. Так, ладно, лучнички у меня пошли. Что нам надо делать? Я даже не знаю, что лучше тут предпринять. Ха, пеку выжил. Ладно, давайте тогда ведьму. У-у-у-у-у. Зачем ты столько скелетов отправила сюда? И шар тогда запустим. Пускай он тут бомбит базу. Миньоны, это плохо, это очень плохо, если честно. Так. Кого будем отправлять? Пеку вызвал. Ну что ж, давайте тогда миньонов. Он стрелу, наверное, сейчас выпустит, да? Попробуем таким макаром. Что он там? Опять миньонов вызывает, да? Ладно, давайте тогда миньонов расстреливать лучниками и мушкетчиками. Так, скелеты. И отправим, наверное, еще шар. Вместе с валькирией. Все, победа за нами. Отлично. Отлично мы сыграли. Получили золотой сундучок. И это хорошо. Так, ну что же, давайте продолжать. Так, что у нас тут есть? Шар, валькирия, даже не знаю. Что тут лучше-то поставить? Так, всадник на кабане. Давайте вот так вот сделаем. Будет лучше всего это. Кстати, да, насчет огненных-то вот этих вот духов. Так никто ничего мне и не написал. Шар отправим. Туда пускай он летит. Мушкетчик. Да что ж ты. Не айс, конечно, не айс. Но тем не менее. Тем не менее, ребят, будем держаться. Так, ага. Вызвал, давайте тогда так сделаем. Перебьем. Сейчас стрелу... А, у него молния есть. Будем знать теперь. Но здесь-то ты вряд ли что поимеешь. Чудик. Хотя очень плохо, уже одна база, грубо говоря, на пределе. Так, давайте миньонов вызывать. Так, вызвал мушкетера. Нам бы ведьму, наверное, надо. Сейчас посмотрим. Давайте ведьму вызывать. Так. И лучников. Вот подлец еще делает. Неужели молния так дешево обходится? Ну,
Хорошо. Сделаем вот так. Ну уж, ах, гад, разбомбил. Ну что же, надо защищать свою территорию любыми путями. Да что ты будешь делать? Что, ну там, манна безграничная, что ли? Ха-ха-ха. Ничья пока. Это пока. У него есть молния, не забываем это. Шар сюда. Ай, рыцарь! Ёлки-палки, вот это я лопухнулся. Ай-яй-яй, ладно. Зря я там, конечно, этих отправил. Ну что ж, бывает. Поехали далее. Давайте, нет, подождем. Хотя, что ждать, давайте ведьму отправлять. Да ладно. Ага, вот так тут, значит, решил. Хорошо, давайте туда. По оптималочке сделаем. И домик. Так, куча скелетов побежала. Пускай он там отстреливается. И я не знаю, может быть, шар отправить. В принципе, как вариант можно сделать. Успеем, нет? Успеем. Так, минус база. Ну, точнее, вышка. Давайте, 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 давайте. Так, а здесь мы вызовем этих лучников. Пускай отбивает от скелетиков. Так, что нам тут надо еще-то поставить, а? Миньонов вызвал. Хорошо, мы тогда тоже вызовем здесь миньонов. И полетели они у меня. Ну, их сейчас, конечно, там расколбасит, это однозначно. Уже хуже. Как бы не так. Угу. Так, что он там вызывает? Валькирия там у него появилась. Скелеты тогда на скелеты. Да, плоховато. Очень плохо, ребята. Пока. Покамись. Давайте еще ведьму. Так, ну что, сейчас бомба взорвется? А, нет, база еще жива у него. Все, победа за нами. Так, отлично. Отлично, сундучок заработали. Да, надо еще 4, еще 4 победы, ребят, как ни крути. Будем пытаться. Это все дело исправить. Давайте, наверное, домик поставим для начала. Так, а с этой стороны можно пустить, в принципе, ведьму. Хотя я не знаю, если честно, кого он сейчас тут отправит на нас. Что-то выжидает. Ведьму, да, отправил? Хорошо. Пускай это будет ведьма. Так, мы выставляем сюда
лучников и валькирию. Ой, валькирию и ведьму тоже. Так, и пойдем потихонечку. Так, дракончик. Тогда отправляем туда шар еще. Ну, успеем бомбануть? Нет, вышку. Успели. И это хорошо. Так, вроде бы пока неплохо все идет. Но это пока. Зачем он так сделал? Странно. Сейчас что-то хочет выдумать. По всей видимости, отвлекающий маневр какой-то был. Дракончика вызвал. Так, нам нужно, наверное, ребят, все-таки вызывать ведьму. И, наверное, она пойдет у нас вот здесь. Вот так мы сделаем. Угу, шар вызвал. Ну что ж, хорошо, пускай это будет шар. Так, а мы сюда отправим валькирию. Ну и домик заодно запустим. Это, я думаю, вряд ли поможет. Хотя, может быть, и поможет. Давайте так сделаем. Все, победа. Чуть я даже не успел посмотреть, как там все разбомбили. Ну что ж, получаем опять сундук. Но, ё-моё, еще две победы надо сделать. Ну давайте. Я надеюсь, что это будет у нас последний бой. Хотя, черт его знает. Оу, а вот это уже мощные у нас драконы пошли. Это плохо. Это очень плохо. Давайте мы поставим домик здесь. Будем потихоньку его досаждать. Если получится, конечно, у нас с вами дело это провернуть. Слушайте, у него два дракона, это очень интересно. Если честно. Так, валькирия. Да добить вы этого дракона. Так, хорошо. Теперь запустим туда шар. Бомбани, бомбани базу. Отлично. И тоже вызовем ведьму. Честно говоря, он уже достал своими этими дракончиками. Всадника на кабане вызвал. Интересно. Так, кого нам можно еще бы вызвать, а? Да по-быренькому. Нет, валькирию сейчас мы не будем. Давайте мушкетчика. Смотри, как жарит, а, дракон? Базу. Просто моментально сжег. Хорошо, полетели на шаре. Он вызывает груду миньонов, мы также поступим. Ведьму. Ну давай, 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 родной. В базу сейчас хрена нет, да? Да, забомбил. Ну тогда полетели на шаре.
Ай, успел, успел этот. Ну, два дракона, это, конечно, жестко. Блин, думал, последний бой будет. Нет, придется еще, еще проводить один бой. Даже ничего не получил. Медальку, которую хотел, не вышло. Что мы будем делать? Полетела бочка. Ладно, хрен с ним, пускай у него тут будет бочка. Миньоны. Пошли миньоны у меня. Так, теперь пойдет у меня валькирия. И, наверное, будем... Или ведьму, я думаю, или шар. Наверное, ведьма пойдет, скорее всего. Да, пойдет у меня ведьма. Как раз против Пеки нормально. Самое то, что надо. Так, погнали. Сейчас опять стрелы, да? А, нет. Не стрелы. Так, и шар полетел. Давай, 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 добиваем валькирию. Ну, скелеты 8 уровня у него. Ага, понятно. Черт, опека 5 уровня. Бомбанул мне базу. Ладно. Надо нам тоже бомбить в любом случае, как ни крути. Погнали. Давайте выпускаем шар. Ну вот тут вот уж хрен тебе. Смотри, что творит, а? Вот тупырь, как он так умудрился быстро-то мне разбомбить? Честно говоря, не совсем понял. Давайте шар туда тоже отправим. Ну, успеем, нет? Черта с два, по-моему, мы успеем. Блин, вот сейчас бы мне тут не помешало, если честно, бочка. Да. Но, тем не менее, сундук я получаю. Ну что ж, давайте его открывать. Деньги. Кристаллы, валькирия. Разряд и адская башня. Огненные духи. Ой, насчет огненных духов я не знаю, если честно, что мне с ними вообще делать. А этот я, наверное, сейчас же открою сундук и глянем. Гоблины-копейщики, миньоны и все, да? Тогда мы будем сразу активировать королевский сундучок. Не знаю, может быть, лучников убрать, но хотя они нужны, пригодятся. А вот эти у нас, ну-ка, если я их улучшить. Они только по земле, что ли, бьют? Урон по земле. Получается, что только да, хотя цель земля, воздух. Ага. Земля, воздух. Ну что же, в принципе, я думаю, что можно их использовать, попробовать, по крайней мере, вместо вот лучников. В дальнейшем, не знаю, правильно будет, неправильно, но попытаться. Так, и что, и больше тут ничего хорошего нету, наверное, да? Урон по зоне. Бьет по врагам. Всего 2 маны стоит.
парализуя их и нанося урон. Давайте, может быть, тоже ее прокачаем капельку. Еще разок. Так, и еще можно. Слушай, я не знаю, потом, наверное, попробую ей попользоваться. Как она там себя проявит. Ну что же, давайте тогда еще 400. Ха-ха. Ну давай, сделаем. Так, новый уровень, 6-й. О, у меня королевская башня подросла. И башня принцесс. Ну что же, как-то так, ребята. Скоро-скоро. Ну что же, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся уже в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.